В выходные на центральном футбольном поле стадиона ИКАР пройдет фитнес-утро. Начало в 10:00 для лиц старше 6 лет. На лыжной базе в эти выходные пройдет открытый чемпионат и первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Соревнования пройдут как классическим, так и свободным стилем, без возрастных ограничений. В субботу в городском музее состоится персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России, доцента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Александра Волкова, без возрастных ограничений. Кроме того, горожан ожидает выставка советского сатирического плаката из фондов городского музея под названием «Оружием сатиры» для лиц старше 6 лет. В художественной галерее в субботу пройдет выставка живописи «В моем саду». На выставке будут представлены работы членов Союза художников России и Московского союза художников. Также в субботу горожане могут увидеть на выставке «Море цветов 2024» натюрморты, написанные в художественной галерее. Кроме того, посетителей галереи ждут выставки из художественной коллекции «Дни лета» и «Ароматы лета» без возрастных ограничений. 13 июля на сцене на воде набережной парка культуры и отдыха имени Зернова пройдет музыкальная суббота. Посетителей ожидает концерт Арины Лашмановой и Алексея Никифорова, а также дискотека 80-х, 90-х и нулевых годов для лиц старше 6 лет. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.